Старшее поколение степенно прогуливалось, обсуждая житейские проблемы. Кто-то читал газеты, кто-то просто наблюдал за происходящим. Жизнь шла своим чередом. Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие. Известие о войне поразило людей, особенно женщин. Они сразу подняли крик, заголосили, заплакали. Еще не осознав всего услышанного до конца, они чувствовали, какая беда пришла к ним в дом. Все мысли и разговоры были только о случившемся. Уже на следующий день принесли первые повестки молодым мужчинам. Началась мобилизация. Почти каждый день на фронт провожали призывников. Становись! Петров Василий. Я. Ивченко Степан. Я. Яковлев Александр. Это слово еще долго звучало у меня в ушах. Проводы и прощания сопровождались бесконечными слезами, плачем женщин и детей, который накрепко отложился в моей памяти на все последующие годы. Так началась война. И зазвучал марш прощания славянки. Прощай, родимый край, труба зовет в поход. Прощай, не забывай. Сводный оркестр играл так, чтобы поддержать силу бойцов, приблизить час справедливого возмездия. Наступает минута прощания. Ты глядишь мне тревожно в глаза, и ловлю я родное дыхание, а вдали уже дышит гроза. Помолись, родная, за меня, сына поцелуй и улыбнись. Если вдруг не станет меня, в нем моя продлится жизнь. Если сгину я, то ты меня... Меня услышит. Если молится кто-то любя, даже звезды спускаются ниже. По машинам! И все надеялись. Мне кажется, порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а прежде.